Иранское агентство ИРНА написало, что Израиль на фоне неудачной атаки на объект Минобороны страны в Исфахане сформировал медиа-атаку, распространяя фейки. В материале говорится, что все публикации в социальных сетях и СМИ о взрывах в различных иранских городах Альборс, Хамадан, Кереч недостоверны. Их пытался распространить Израиль, и ему это не удалось. Телеканал Аль-Хадад со ссылкой на источники ранее сообщал, что Израиль не причастен к атаке беспилотников на военный завод в иранском Исфахане.